В Шкоде Октавии активировали круиз. Все зелененькое, все горит, все работает. И давайте посмотрим, как он у нас функционирует, насколько ему можно доверять. Видите, он резковато подруливает. То есть получается, как в Mazda CX-5, он доходит до полосы и потом вот начинает вот эти вот движения резкие по возврату, при этом кричит мне: держитесь посредине полосы. Ну, подруга, адаптивный круиз-контроль у тебя. Это твоя задача — держаться посредине полосы. Здесь же есть удержание в полосе движения. Давайте еще раз пробуем. Оп, доходит до полосы, практически пересек ее. И потом действительно подрулил. Сейчас можем себе это позволить, потому что у нас встречного транспорта нет. Ведите автомобиль посередине полосы движения. Короче, факт в том, что вы с Октавией полагаться на адаптивный круиз-контроль, как, например, с Volkswagen, не можете. Просто следите за тем, как машина себя ведет. А лучше сами ведите.